Алло, Даня, привет. Помнишь, мы с тобой играли в дивизию? Короче, у меня остался видеоматериал нашего прохождения. Я тут смотрю, в этой игре очень много багов. Короче, я тебе сейчас пришлю нарезку. Посмотри. Денис, человечество должно увидеть проблему в Division, его большое количество багов и знать ее тайные секреты. Выпускай видос. Денис. Чи, да? Я хотел сказать, что бери зорку. Зачем? Чтобы вливать много урона. Ты думаешь, я работаю на атомной электростанции? Во мне содержится много урана? Ты это думаешь? Да. То есть мне надо этим же ураном делиться со врагами? Да. Все правильно. Но блин, я хотел продать уран, а не отдать его. Ну, продашь врагам уран. Ты можешь их продать. Ты вот смотри, ты им даешь уран, и они дают тебе деньги. Это невыгодно. Как ты хотел? Ну, опыт. Они дают тебе опыт. Мне некуда развиваться. Это даст тебе контейнеры. Бессмысленно. Это еще это самая нужная вещь в мире. Контейнер с одеждой? Вот тебе разве не нужно 1000 контейнеров дома пустых? Вот. Чтобы класть туда и маленькие контейнеры. Да. Ну что, получается, матрешка? В один большой контейнер помещается 2 маленьких контейнера. Рассказать тебе секрет. В один большой пакет помещается бесконечное число маленьких. Блин, Денис, я не знаю все, как жить. Я пошел пройдусь. Так, пока ты не в сети, у меня падают грузы. Ну, я не приду в сеть. Не зови меня в сеть. Ну, я тебя уже словил недавно. Теперь ты не отвертишься. Я могу уплыть, выпрыгнуть из сети. Мы наружу, тебе до воды плыть 2 километра по песку. Нормально. Я не знаю, какой должен быть интернет, чтобы там какой-нибудь The Division наелся. Денис, мне нужно когда-нибудь про... Стоп, я сквозь дверь могу пройти. Я сквозь дверь могу пройти, Денис. Снимай это. Стой, да будь ты там, все, зайди туда и не высовывайся, все. Блин, у нас тиммейт идиот, ладно. Он все испортит. Подожди, а я могу в другую дверь зайти спокойно, Денис. Денис, сюда. Смотри, я туда могу зайти. Денис, пока. Тебе нормально? Мне нормально, я могу ходить куда захочу. Все, ребят, вы проходите то. Я пошел это проходить. Ну ладно, я выйду, так уж и будет. Смотри, Денис, я могу. Что это я врезался во что-то? Смотри. То есть Денис, у меня тут текстуры реально есть, я иду куда-то. там конец игры Денис. вроде уровня этого, нет? Не Ну, короче, сильно. не знаю, но мне все равно, короче. То есть, ты мне можешь объяснить А, Денис, смысл? Денис, мы можем не спасать заложников, Денис, не спасаем заложников, сразу идем в 4-ю студию. Иди туда, жди Денис, нас. идем сразу в 4-ю, чё, Я не стоишь на месте? могу. Иди туда сам, без меня, без нас. Даня, выслушай.
мой вопрос. Как твоя сила работает и от чего она зависит? То есть ты спокойно можешь проходить через стены, но ты не можешь проходить через диван те же самые. Я стреляю через стены, Денис. Я сейчас дамажу щитовика, ну вот этого, через стену. Ты видишь, я стреляю в стену? Да, слышу. Денис. Я вижу, вижу. А у меня кресты есть, то, что я стреляю по щитовику. Здесь, вот, передо мной стена, вот, чисто вот здесь. Куда я стреляю сейчас? Ну да, ты в меня попади. Вот. Ну, ну, смотри. Ну да, ты простреливаешь и чё? Попадаю. Да, и чё? Ну, я имею в виду, что это магия. Здесь текстур вообще нет, у меня чисто все черное. Ну так беги через двери. Ну, без текстуры. Ты это делай скрины, я их буду на видео закреплять. Кое-как, ну, сделаю. Чисто ни одной текстуры. Даня, быстро! Здесь я не знаю, куда идти, я не вижу. Убей этого гада! Убей его через текстуры, быстро! А что, он появится сначала? Я просто ничего не вижу, у меня все черное. Даня, беги вперед! Ай, Денис, мне нужен хил, кстати, постоянный. Чёрт, мне нужно, чтобы вы хил поставили. Наши тиммейты будут хилить, я зарезаю восстановилку. Даня, беги вперед. Иди на танцпол, Даня. Пока возможность есть. Даня, иди. Да у меня тиммейта нету. Я врезаюсь во что-то, я не вижу. Блин, у тебя магия. Денис, куда идти? Нет, я не могу пройти. Это плохо. Зато я сквозь стену могу его шатать. Я сквозь стену могу шатать его. Денис, шатаю сквозь стену, Денис. Прикрываю. Нужно хил постоянный. Стреляй, я прикрываю. Дамаг идет. Вы там снимаете того челика? Да, мы занимаемся пулеметчиком, ну этим джеггером. Хотя, видимо, я один занимаюсь. Наноси урон, Данька. Давай, я почти убил его, Сол. Все, у него... Нету его! Денис, я его убил сквозь... Мне бан не дадут? Нет. Тут есть какой-то патруль. Подожди, а я сейчас по центру поля стою? Нет, или... Я просто не ощущаю себя в пространстве. Ты стоишь с правой части... Ладно, забей. Данька, мы найдем применение твоей магии. Стой, проходи через дверь ко мне, быстро, через дверку. Давай, куда? Все, ты пробежал, Денис, у меня просто текстур вообще... Я нашел Загромирье! Чего? Тихо, тихо! Новый мир! Подожди, где это? Давай! Подожди, мне нужно... Отойди! Мне нужно определенно... Тихо! Почти! Подожди! Ну, было же! Сейчас я пиксель поймаю... Подожди. Вот, где-то вот, где-то здесь, в этом месте. Ты чувствуешь это? Ты экстрасенс? Загромирье! Скриншоты делай, скриншоты. Да я пытаюсь встать так, чтобы появилось. Появилось же. Подожди. Я пытаюсь Загромирье. Ну. Да. В смысле? А, движение камеры. Хорошо, не буду двигать камерой. Давай, Загромирье. Ну, блин, Денис, атакую, нашел вещь, блин, как? Да, не, а заснять не могу. Наши тиммейты уходят. Денис, подожди, Загромирье. Тебе не интересно Загромирье? Мне как раз таки... Нет, текстуры появились. Нет. Я не успел увидеть Загромирье. Заснять. Это там, короче, текстуры реально были прям за картой. Ну, конечно, размытые, но они были там, текстуры зданий прям. Они этим летающим оружием надали тебя нокают. Они к тебе больше не бегут.
Они не вертятся, льтуху. Они берут, летающим автоматом тебя бьют. Это мастер Йода взял. Ты так лагаешь. Так, Даня, бой закончен. Ты меня слышишь? Да. Короче, рассказываю прикол. Ты же знаешь, что у ботов есть летающие автоматы как оружие. Летающие. Они, как мастер Йода, берут, используют свою силу и этим автоматом бьют тебе по башке и нокают. То есть чел был далеко-далеко от меня. Он ударил меня автоматом, и я упал. Ну, в нем велика сила. Пульт так лагает, игра. Неоптимизированный кусок говна. Угу, половины текстур здесь нету. А, я сейчас провалю. Чтоб потом были. Опа! Рыбкой, так сказать. Прыгнул. И еще так прикольно, когда персонаж проваливается сквозь текстуру мою, он так руками махает, как будто он... Ну так вот, ну ты понял, да? Ага. В правую сторону так вот руками махает. Ты понял, что я имею в виду? Ну, если интернет дословно передал, то да. Блин, я забыл, что ты под текстурами. 90%. Вся надежда на нашего тиммейта, если он нас реснет. Он сам упал. Попробуй на Т нажать, восстанови кузаюзы, вообще пофиг. Нажимай. Даня, выплывай из текстур. Все зашло слишком далеко. Мы втроем откисли. У меня загрузка 90% и дальше не двигается. Это уже интересно. А ты куда сейчас? А в загрузочный мир. Так, хорошо. Ты где-то заспавнился. Даня! А почему вы на улице, ребят? Баты заспавнились. Ребят, вы... У нас баты ходят. Ребят. Ну, знаете, так, это... Я тут. Ребят, я там, где я провалился. Может, ты откроешь нам дверь, а то что-то жесткие. Ребят, ну вы там проходите, реально интересно, а боты прям передо мной заспавнятся чисто или что? Нет, они спавнятся, они должны спавниться по скрипту. Когда мы открываем дверь, они спавнятся уже у тебя внутри. Проблема в том, что ты можешь нам открыть изнутри эту дверь? Да нет, там же кнопка вот эта. Она с одной только стороны. Но я здесь хожу, мне хорошо. Мне свежо. Жду вас. Я так понял, ты обуздал силу Клокера, да? Через вентиляцию залез к ним. Может ли бот заспавниться во мне? О, хороший интересно. Вопрос. Это, наверное, вопрос всей... всего дивизиона, которым надо решать. Денис, я теперь в бою. Я был не в бою, а теперь я в бою. И как тебе бой? Продуктивный? Штрассе. Короче, мы нашли не штрассе. Вопрос, который надо решать всем сообществом дивизиона. Может ли бот заспавниться в тебе? Да. Ну, за... Ой, бля, инвалид. Засними, как ты придешь, а я уже здесь стою, чистая. Окей, хорошо. Жду вас. А знаешь, это я главный злодей, специально здесь стою, типа, босс файт начался. Неожиданный сюжетный твист. Если ты только там не помер... Восстановительную... Вы что, померли? Подожди. Я пока выжевываю.
Не помирайте, я не хочу уходить отсюда. Да понял я, что надо тебя застрелить. Есть миллион типов людей. А. Я сейчас выставлю своих приспешников. Не надо стрелять в своих людей. Я стал в примерном месте, где спавнятся снайперы. И вот интересно, реально он во мне заспавнится или нет? Я вот стою прям на... Примерно на том самом месте, где спавнятся снайперы. Что будет? Ну смотри, мы сейчас их убиваем, и у тебя спавнятся враги. Ты лагаешь, Денис. Да, тебя знаю. Вообще тебя не слышно, Денис, ты лагаешь. Эх, Даня, знаю. Зато я могу общаться с тобой с помощью видео. Ты лагаешь, я тебя не слышу. Ты слился. Ха. Денис, зачисти сектор. А не, он во мне заспавнился. Во мне. Да, он во мне заспавнился и меня убил сразу. Денис, проверено, можно. А нужно ли вопрос? Они прям передо мной заспавнились. Но, ну, я имею в виду, все остальные, а снайпер во мне прям заспаунился. Даня. На вилку, дурачок, юзай. У него КД. Второй. Да нет, вот это вот... Куборос. Денис, ну ты офигел от моих способностей, согласись. Ну, пластись, ты такого не ожидал. Вот такого я не ожидал, да. Я думаю, больше всего офигели противники. И всех присутствующих. Потому что они не ожидали, что... Эс-агент окажется в них. Не перед ними, а в них. Внутреннее проникновение. Знаешь, типа я дальше ушел. Тут бомж какой-то, ты видишь? Он что-то часто... Что здесь бомж делает? Ну так он это место охраняет. Сторож. А, ну место. Я просто не знал. Сорян. Дядя сорян, Валеру бомж. Я не знал. Осуждаю. Так. Интернет жрется из-за дивизиона. Ни в одной игре такого не было. Как у тебя так происходит? Я думаю, что это не из интернета. А как, ну, это можно как это... Скорее всего, как это можно это... Надо в YouTube посмотреть. Да, в YouTube. Если что, мы сейчас не начинаем, не ждем челик, он... Да, Даня, ты думаешь, что такие проблемы, как у нас, есть у кого-то другого? Это ну, бред. Ну, вдруг... Ни один человек как-нибудь не выпустил видео. Ни один человек не выпустил видео по этим ошибкам. Люди проваливаются в текстуру раз в год, и то на одну секунду. Ты тут в своей среде обитания плаваешь. У меня проблема в том, что игра весь интернет жирает. Когда я скачал, я играл на супер максимальных настройках графики. Нет. У меня все летало просто. Нет. Вах. Денис, нет! А сейчас даже на средних какая-то дичь. Баты эволюционируют. Денис, ну почему ты пошел, блин, кинул меня? Баты эволюционируют. Они с каждым разом все умнее и умнее. Новые приемы придумывают. Блин, дивизия первая, это хорошая игра, но в ней нету контента. На... Эта игра стоит должна 300 рублей, ну от силы по контенту. Да и по оптимизации в том числе. Ну, челик упадет. Да.
телек упал.